да, всем привет, дорогие друзья, с вами Илюха Зверьё, и у нас сегодня на обзоре, на самом деле, очень крутой телефон компании LiaGo, называется модель Elite 5. Стоит такая штучка на российском рынке всего лишь 10 990 рублей. У компании LiaGo есть серии Elite и Alpha. Мы сегодня с вами смотрим серию Elite и версию 5. Она называется «Все под контролем», а это означает, что здесь есть инфракрасный борт, который полностью настраивается под любую вашу технику. Сразу вас забомблю техническими характеристиками. Весит он 176 грамм, довольно-таки легкий, в то же время тяжеленький. Дисплей здесь 5,5 дюйма. HD 720p выдает, соответственно, 1280 на 720. Процессор здесь MediaTek MT6735, стандартный, четырехъядерный, 1 ГГц. Но здесь вся фишка, наверное, будет в индивидуальных... как раз в фишках этого телефона. А это его операционная система LiaGo OS 1.1. Ну, понятное дело, что это оболочка, а работает все это на операционке Android 5.1. И вот эта вот оболочка LiaGo 1.1, мне она, кстати, очень понравилась. Они индивидуализировали свой дизайн. Очень приятные ярлыки и вот эта вот, к примеру, фишка с виниловыми пластинками, чтобы запустить песню. Притом песню можно настроить, любой альбом, захотели перестать слушать, сделали вот так. Телефон довольно-таки тонкий, 8,9 мм. И знаете, вот, на мой взгляд, это как гоночный болид. Просто цвета такие черные с красным. И вот как-то сделаны очень интересные углы. Мне это напоминает вот какую-то гоночную машину. Присмотритесь, как красиво выглядит вот эта вот нижняя вставочка, пупырчатая, между клавишей Home и красным обрамлением. На самом деле очень стильно. И вот она, верхняя часть устройства. Над динамиком находится все такая же полосочка с текстурированным пластиком. Сверху мы видим разъем 3.5, инфракрасный порт и микро-USB разъем. Задняя крышка сделана из soft-touch покрытия. Видите, просто спадает свет, да, она немножко заляпывается. Но она очень приятная на ощупь. Впереди у нас защитное стекло, обычное. Из фишек этого телефона он умеет заряжать другие устройства. То есть, соответственно, здесь идет кабель в комплекте. Мы нашу батарейку, здесь она 4000 мАч, заряжаем. И если у нас сел второй телефон, основной телефон, какая-то, к примеру, GoPro камера, то мы можем от телефона дать заряд другому. Давайте как раз посмотрим комплект. Значит, очень интересное, как дизайнерское решение коробки. Внутри у нас обнаруживается сразу телефон. Мы за язычок тянем и вытаскиваем его. Здесь изначально на телефоне будет наклеена пленочка защитная. Мы ее снимаем. Я еще до этого не делал, чтобы вот красиво так вам его показать. Яркость здесь стоит практически минимум, чтобы было вам видно. По яркости запас есть. В комплекте идут наушники. Кстати, телефон бывает черного цвета, бывает лимонного и бывает белого. Но вот наушники, видимо, всегда кладутся белые. Это белые затычки с брендом компании, да, LiaGo, все фирменно. Джек, понятное дело, стандартный 3.5. И есть клавиша ответа. Также при помощи этой клавиши можем переключать музыку вперед, назад и стоп. Куда же без кабеля micro-USB? Он идет в комплекте, совершенно стандартный. Зарядное устройство, которое выдает 2 ампера. Тоже в комплекте, довольно-таки портативная. Дальше производитель позаботился и положил сразу пленочку. И вот такой вот комплект. Сначала мы, конечно, первый номер берем, влажной тряпочкой протираем, потом сухой тряпочкой и уже наклеиваем защитную пленочку. Смотрим дальше. Тут здесь инструкция какая-то необычная идет. Здесь, кстати, есть сменные амбушюры, я так понимаю. Они в такой маленькой зеленой коробочке лежат. Ну-ка. Ну, видимо, это оно. Как же тебя открыть? Такая маленькая. Да, все верно, здесь запасные амбушюры, большой, средний, маленький размер. Прям полностью положили. Здесь уже будут средние установлены. Потом кабель USB OTG, который служит либо для подключения сюда флешек, мышек, клавиатур, либо для того, чтобы зарядить свой другой телефон, либо любой гаджет. Ну, я, как всегда, люблю представлять сценарии. Представим, что мы катаемся на велике, у нас села экшн-камера. Мы ее вот так вот вставляем, чтобы вам было видно, она же мигает, когда заряжается. И вставляем вот сюда. И так у нас будет камера, где она там загорелась. Ну, вот она сзади будет мигать. Ну и таким образом можно камеру подзарядить и даже наполовинку ее зарядить и продолжить снимать. Это очень клевая вещь. Ну и также можно управлять телефоном, подключать сюда любые флешки. Так что с этим можно делать все, что захотите. Аккумулятор в 4000 мАч, ну довольно-таки мощный. Здесь идет инструкция и гарантия. Так, ну а теперь про корпус самого устройства давайте поближе посмотрим.
Задняя крышка, как уже сказал, это soft touch. Сзади находится камера основная 13 мегапикселей. Ну, соответственно, на 13 мегапикселей будет у нас квадратная фотография. Чтобы нормально снимать, нужно ставить 8 мегапикселей. Фронтальная камера, давай сейчас заблокируем, у нас 8 мегапикселей. А на 5 мегапикселей будет, соответственно, во весь экран. Экран здесь 1280 на 720 и поддерживает до 5 точек касания, 2 симки. На задней стороне есть светодиод, он у нас работает при режиме фото-видео и также как фонарик. На верхней части находится джек 3,5 мм, инфракрасный порт, который можно настроить для управления вообще любым гаджетом, и микро-USB для подсоединения как раз любых устройств и зарядки самого телефона. На нижней части мы находим только отверстие микрофона. На правой стороне сбоку находится клавиша включения, она удобно находится немножко выше, чем середина, и довольно-таки удобно все это дело разблокировать. Также можно пользоваться такими фишками, как жесты. К примеру, захочу сразу в музыку зайти, просто на экране пишу M. Там захочу, к примеру, камера, по-моему, там надо C написать, да? Вроде так. Это все можно включить и выключить. Сами понимаете. На левой стороне находится качелька регулировки громкости. Моему взгляду понравились вот эти вот как раз полосочки красного цвета, которые очень интересно по бокам немножко наезжают, но все остальное у нас получается черное. Ну, как разблокировать телефон, это вообще дело каждого. Здесь можно настроить и постукивание, и кнопочкой, и как хотите. Дальше мы выбираем какую-то горячую функцию, либо просто можем разблокировать. Дальше вот эта оболочка LEGO OS 1.1. Все это дело, понятно, можно отключить. Делается все это вот здесь, вот как домашний экран. Launcher 3. Выставляем, у нас будет обычный рабочий стол, к которому мы все так привыкли. Ну и дальше мы уже все добавляем. Давайте зайдем обратно и сделаем домашний экран настольный разных чего-то там. У нас будет как раз эта оболочка с иконками красивыми. Рабочий стол также можно настраивать. Здесь у нас как раз музыка. Мы ее можем сделать шаффл, либо повторы одной песни, либо всех альбомов. И также все это выключить. Здесь у нас фотографии, которые мы делали. Сразу отсюда можем их посмотреть. Выше находится доступ к камере. Ну, сразу здесь включаем и можем фото фронтальное, это выключить, вот, фронталку включить, и сразу сфоткаться. Вот, такая фотка вышла. Теперь по фото давайте перейдем, у меня тут есть фото-видео, так, share, delete, ну, давайте ничего не будем делать. Так, товарищ телефон, мне нужно попасть в галерею, чтобы показать вам тесты. Так, это для примера. Значит, Antutu Benchmark версия 6.0 набирает 24 298 очков. Результат довольно-таки хороший, 25, ну, можно сказать, да, 25 тысяч очков. Дальше Geekbench набирает такое количество очков, кому интересно. Здесь 2 гигабайта оперативной памяти, плюс 16 гигабайт встроенной памяти в самом телефоне, плюс карточку памяти microSD до 32 гигабайт можно поставить. Графический процессор Mali T720, частота процессора 988 МГц, ну 1 ГГц, да, это 6735 процессор, Android 5.1 и название модели Elite 5. А дальше переходим к камере. Я тут наснимал фото-видео, значит, это вот на фронтальную камеру только что с вами сделали, только почему-то она у меня получается вверх ногами. Ну да ладно, такое нормальное фото. Дальше видео, сейчас сделаем погромче. Так, динамик у нас располагается вот здесь вот. Макросъемку показал себя прям вообще отлично. Вот макросъемка со вспышкой. Очень приятно смотреть. Так, остановим и перейдем к следующему. Это фотография, тоже макро. Смотрите, здесь прям даже пыль видно. Очень достойное фото. Дальше видео. Чубань, тестируем камеру с автофокусом. Как тебе? Нормально. Сейчас будет на вытянутой руке. Качество видео меня тоже порадовало. Вообще все работает без каких-либо запинок. И прям ярко. Вот. Можно вот так вот снимать свой видеоблог. Дальше. Это на фронтальную камеру. Очень достойно. Да, вот фронтальная камера себя очень хорошо показала. Это фото на фронтальную камеру. Тоже довольно-таки прикольная моя улыбочка. По камере ставлю прям 5 из 5 за такую цену.
все супер. По макросъемке тоже сфотографируйте какой-то документ, можно будет все прочитать. Насчет еще рабочего стола, здесь есть, соответственно, настройки, можно обои живые и неживые поставить, есть установка настольных, здесь мы включаем круговое скольжение, эффект тени, icon shake, можно сделать эффект страницы, к примеру, при перелистывании у нас будет куб, и special эффект, к примеру, снег, это когда мы будем все перелистывать. Выходим, и теперь, когда мы перелистываем страничку, у нас, смотрите, такой вот снег будет и эффект кубика. Ну, можно вот любой под себя поставить. Давайте так и оставим. Дальше здесь установка системы. Это также обычные настройки, которые мы попадаем. Дальше управление экраном и Edit Mode. То есть, соответственно, можно настроить, добавить рабочие столы сюда. Сам телефон работает довольно-таки быстро. Смотрите, вот даже с эффектами как-то все быстро происходит. К примеру, заходим в Chrome. Что-то я не зашел. Так, да, зашли, вышли. YouTube давайте посмотрим. Ну, вот здесь «Звездные войны». Откроем. Сделаем погромче. Для зрителей. Перемотаем. Закроем. Все очень достойно. Давайте запустим игрушку. К примеру, здесь есть «Асфальт 8». Громкость телефона достаточно. Даже сделаем на серединку, потому что слишком громко. Как-то непривычно так с другой стороны играть. Ну окей, что-то не получается. Все-таки привык уже по-другому. Так, ну давайте попробуем куда-нибудь врезаться, сделать аварию вот так вот. Хопа! Довольно-таки резво все идет. Брать для игрушек, для просмотра видео, самое оно. Так, что забыл еще упомянуть? Ну, видео снимает 720p, мы с вами посмотрели. 4000 мАч, батарейка, тоже сказал. Две сим-карты поддерживает, работает в 4G, одна, другая в 3G. Аккумулятор, смотрите, какого зеленого цвета, такой ядерный. Давайте его вытащим. Плоский и большой. 4000 мАч. Значит, сюда вставляется большая симка. Первая LTE WCDMA, вторая симка GSM. Итак, одна симка, да, большая, другая микро. Слева вставляется карточка памяти до 32 гигабайт. microSD, ну и вот он, динамик маленький. Здесь, в принципе, все понятно, модуль камеры. Сейчас вам покажу, как красиво включается телефон. Вот правда, сделали его очень индивидуально. И впереди у нас красуется 4G LTE. Снизу клавиши управления, они, соответственно, у нас статичные, по экрану не перемещаются. Во какой эффект. Очень красиво выглядит. Да. По всему остальному, что, Wi-Fi 2.4 поддерживает, GPS, Bluetooth, OTG, все есть, две симки, 2 гигабайта оперативки. Что еще нужно от хорошего телефона? Главное, не лагает, снимает качественное видео и стоит недорого, 11 тысяч рублей. Вот, ссылочка на него будет в описании, проверяйте. Спасибо, что досмотрели обзор до конца. Ждите новых роликов, оценивайте, комментируйте, что вы думаете по поводу этого телефона, вообще, как вам дизайн и... что в нем понравилось, что не понравилось, пишите в комментариях. Ну все, с вами был Илюха Зверев, пока!